Ребятушки, прежде чем показывать вам приложение, хочу познакомить вас с Яндекс.Полкой, которая есть у меня. Там есть сплит доступен до 6 месяцев. Можно, так скажем, устроить себе рассрочечку без процентов всякую разную. Промокодики, скидочки. Если расплачиваетесь Альфа-банком, то скидка до 30%. Часы на любой вкус. Дорогие, не очень дорогие. Наушники то же самое. Есть очень дорогие, есть недорогие. Короче, все, которые вас могут устроить, проходите. В описании видео ссылочка будет. А также в закрепленном комментарии. Смотрите, если что-то пригодится вам, покупайте, не стесняйтесь. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Сегодня хочу предложить вам посмотреть на одно интересное приложение, почему я его назвал, допустим, так, как супер ночной режим, да, пожалуйста. Вообще в часах это есть, Galaxy в частности, но что нам предлагает данное, короче, приложение, вот оно. Кстати, до недавнего времени оно было в Play Market, сейчас его нету, кое-как я его нашел, короче. Но интересно оно тем, что, во-первых, здесь настраивается режим полного отключения экрана, другими словами, экономный режим, да, это то же самое, что мы делаем вот на Samsung, допустим, вот этот режим не беспокоить, или вот этот вот режим, он у нас называется режимы сна, театра, там, тренировок, отдыха и т.д. и т.п., короче, сон там, все такое. Но этот режим предоставляет еще одну из интереснейших фишек, это отключение Bluetooth, когда оно начинает работать. Что значит первое? Когда отключать? Мы с вами настраиваем здесь, бац, бац, вот таким вот макаром. Далее. Потом, когда включать экран, то же самое. Настраиваете время, и дальше вот этот вот триггер, либо отключать Bluetooth совсем, либо не отключать, да, вот в данном случае вот так не отключать, вот так показано, что включать, либо сразу его включить, вот так вы его включаете, чтобы он уже сразу работал, и все, видите, он ни на что не реагирует, теперь дело только кнопочкой сделали, и все у нас опять заработало. Отличное приложение для тех, допустим, кто хочет, так скажем, усовершенствовать. Пытался сегодня установить на Huawei Watch 3. Вот на эти вот. Но не встало, короче, это приложение почему-то. На другие, я думаю, встанет приложение. Такие, как TicWatch там, или еще какие-то другие приложения. Sphere OS. Суперсон, короче. Поэтому, если что, пожалуйста, в описании видео есть ссылочка. А также в закрепленном комментарии будет, пройдете. И если захотите, так скажем, благословить канал СВ, то сможете купить его в СВ Hub, а также VR Store. Ссылочка будет, поэтому не стесняйтесь. Вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, делитесь и т.д. и т.п. Пока!